Доброго дня, я вітаю всіх глядачів нашого телевізійного каналу. Зараз в ефірі розмова на тему театру. І я рада представити вам гостей нашої сьогоднішньої студії. Це художній керівник Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру, заслужений діяч мистецтв України Микола Антонович Кравченко. Доброго дня. Добрий день. І в нашій студії актриса театру Тетяна Моджук. Я вас вітаю. Микола Антонович, моє перше запитання до вас. Кілька днів залишилося до чергового старту, до відкриття сезону і на один день більше до відкриття фестивалю «Хома Луденс». Цього разу вже 9-й театральний фестиваль. Я знаю, що в місті вже журналісти, творча інтелігенція, вони мали таку можливість, так би мовити, предперегляд, або, як кажуть, прес-показ для преси, відбувся прем'єра, якою ви будете відкриватися, але миколаївці в очікуванні, що це буде. Я думаю, что это будет зрелище. Я, во всяком случае, я очень надеюсь на это. Вы знаете, для меня это, и для театра, я думаю, и для меня это такая этапная работа. Работа достаточно серьезная, хотя бы по той причине, что наши зрители очень хорошо знают фильм, который был поставлен Марком Захаровым по сценарию Горина. Вот, и это было событие в свое время, это было событие в кинематографе. Фильм «Убить дракона» это был такой знаковый фильм, он до сих пор остается некой классикой. И есть пьеса Шварца по мотивам, который был написан сценарий. Она немножко другая, потому что жанр определяется как сказка, а вот уже фильм – это не сказка, это некая фэнтези. И вот почему-то возникла такая идея, где-то пришла свыше мысль, сигнал пришел, надо ставить. Я очень долго в портфеле лежал этот материал. И уже год назад я делал читку. И делал читку пьесы Шварца. Было распределение ролей, было все. Были все готовы к работе. Но, знаете как, вот работа не пошла. Я понимал, что с тем вариантом пьесы, который есть, я ничего не смогу сделать в рамках той идеи и той эстетики, который я задумываю спектакль. Поэтому пришлось на год отложить работу и переписать, сделать свою версию, сделать версию для театра. И сейчас вот то, что у нас происходит, это некий вот такой симбиоз сценария, по которому был поставлен фильм, и пьесы Евгения Шварца. Не знаю, мне очень сложно судить. Для меня, как для режиссера, для меня, как для руководителя театра, эта постановка имеет очень большое значение. Я очень надеюсь, я уповаю на то, что она будет воспринята зрителем, потому что это нечто другое, то, что ставилось мною раньше. Вот, это другая эстетика, это другие метафоры, это другие образы. Вот. И вчера просмотр был, честно говоря, я находился в несколько таком коматозном состоянии. Я не воспринимал ничего, ни того, что происходит на сцене, ни того, что происходит в зрительном зале. Ходили какие-то люди, для меня это было колоссальное напряжение. Вот, но вроде как бы, вспоминая сегодня те лица, которые проходили мимо меня, я понял, что, в общем-то, это не безнадежно, это может вызвать живой интерес нашего николаевского зрителя. И разговаривая с одним человеком, который, в общем-то, знает театр, он говорит, я говорю, ну что, скажи мне, что это такое, как это произвело на тебя впечатление, какое впечатление? Он говорит, знаешь, я не хочу сейчас разговаривать, вот у меня нет желания сейчас говорить, я хочу молчать. Ну, это тоже важно.
Это есть, да, это есть некий сигнал такой, что материал, который, эмоции те, которые идут со сцены, материал тот, который идет, те мысли, та философия, вот, она трогает людей, и мне кажется, что это то, что сегодня нужно зрителю, сегодня, на сегодняшний день, в сегодняшнем состоянии нашего общества, эмоциональном, философском, в состоянии поиска своей самоидентичности, в состоянии поиска влияния на те процессы, которые происходят в государстве. Это спектакль, призыв ко всем людям не быть аморфной массой, а быть, в общем-то, личностями в рамках тех событий, которые происходят в жизни. Татьяна, вы исполняете одну из главных ролей в спектакле «Дракон». И, ну, учитывая, что я знакома с литературным материалом и с версией Горина, то я рискну предположить, что там есть такой действительно, ну, скорее всего, я так предполагаю, есть момент, вот как Николай Анатольевич говорит, самоидентификации, есть такой момент, когда ты должен четко совершенно понимать, частью какого общества ты являешься, что ты можешь делать в этом обществе или не можешь, хочешь или не хочешь. Мне кажется, что это то, что дает, кроме всего прочего, жизненный опыт. Он должен подводить к таким размышлениям, позиции какой-то. Вы очень молоды, на самом деле. Преступно молод. Николай Антонович, не забудьте. Благодаря Николаю Антоновичу, он же мне помогал очень сильно работать над ролью. И как бы, ну, и я, естественно, работала все время. То есть эта роль, как бы, она все время меня преследовала. То есть я иду домой, у меня текст все время в голове. Я прихожу на работу, переодеваюсь и тут же бегу за кулисами, чтобы вот все время вот я о ней думала. То есть настолько мне она как-то вот запала в душу, что вот мне хотелось очень вот передать то, чего хотел сказать Николай Антонович зрителю. Но я думаю, у меня это получается. Ну, я вам скажу, что она меня в определенной степени удивила, как молодая актриса, которая выбрала для себя формат работы над ролью. То есть в театре, к сожалению, ну, есть люди, которые работают над ролью в рамках репетиции. То есть вот они выполняют свою работу добросовестно, но в рамках репетиции. Есть люди, которые приходят, вот есть у Станиславского такое выражение, что театр начинается с вешалки, да? Но я, по-моему, когда-то уже говорил в этой студии, что имеется в виду не с той вешалки, которая идет со стороны зрительного зала, вот, когда зритель раздевается, вот, а с той вешалки, когда актер приходит и снимает с себя все, что на нем висит, быт его, и начинает перегружать скорее, себя. В переносном смысле. Да, 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 снимает, да, вот как бы со своей одеждой он снимает, уходит от того, что было полчаса назад, час назад. И как-то я пришел, работаю с электроцехом, с радиоцехом, и слышу, кто-то бубнит там, думаю, откуда звук идет? Что происходит? Что происходит? Что это такое? И потом открываю дверь, она в уголочке, там темненький уголочек, и она текст, что-то там в темноте, она готовит себя. Это постоянно делает, вот я знаю, Василий Георгиевич Астафьичук, уже ныне народный артист, вот он постоянно, он приходит, что бы там ни было, кто-то может там рассказывать анекдоты, кто-то может рассказывать что-то о рыбалке, он приходит и абстрагируется. Он выходит на сцену и постоянно за него, постоянно находится в процессе, в рабочем процессе. Есть у него выход сейчас, через полчаса. И вот как бы Таня захватила эту манеру работать. Я думаю, что это ей очень поможет в творческой жизни, потому что сколько лет назад ты пришла в театр? Три года назад. Да. Вот она пришла 3 года назад, закончив театральное училище в Одессе. Ну, такой цыпленок маленький, невзрачный. Начала что-то там читать и показалась, в общем-то, слабенькая. Я говорю, деточка, ну давай как-нибудь потом мы с вами встретимся. А сейчас вряд ли
мы сможем найти общий язык, сотрудничать. И смотрю, этот ребенок стоит, плачет на сцене, слезки капают. Я говорю, ну что ты хочешь? Ну что, возьмите меня в театр, я так хочу работать. Хорошо, ладно, возьму на полставки, будешь работать? Да, буду работать, на все что угодно. И через полгода она начала так вот занимать очень мощно, очень системно занимать свою нишу в театре. То есть она не отдает все те роли, которые должны принадлежать ей, она их отвоевывает. Ну, это Анна хорошая. Булин получилась. А? Анна Булин получилась. Да, вот, вот она. Хорошо, да. Вот. В королевских играх. Королевские игры по Горину. Вот, и в королевские игры все-таки вы по Горину ставили дракон Шварца, да. А королевские игры по такой тоже очень интересной работе и тоже очень, тоже очень сложная роль. Была, да. Сложная роль, да, и интересная. Но в вашем исполнении Анна Булин получилась менее демонической, куда более романтичной женщиной, чем но, была на самом но здесь, деле. Здесь, в этом спектакле, у нее тоже особая роль, потому что по эстетике, по направленности спектакль очень жесткий. И этот спектакль из тех, которые называются режиссерские спектакли, когда актеры выполняют второстепенную функцию, когда они только инструмент. А спектакль, в котором нет любви, вот нет какого-то женского начала, вот, эмоционального яркого начала. Вот, он, в общем-то, он всегда примитивен, потому что это как бухгалтерская книга. Пусть будут самые высокие идеи в нем, но там должна быть любовь, должна присутствовать. И вот во всей этой жесткости, во всей этой театральности у Тани достаточно сложная задача. Она работает в те сцены, которые связаны с чувством, с нежностью, с влюбленностью, ну вот тем, что, в общем-то, держит нас на плаву, держит нас в состоянии человеческого восприятия жизни. И после пластических номеров, которые есть там, после всего того, что происходит, драки, бои, вот, очень тяжелая, жесткая музыка, ей надо выходить на лирическую сцену, это очень тяжело, и она вытягивает эти сцены, хочется ей верить, ей веришь, то, что она влюблена, то, что она может ждать долгие годы вот, своего любимого, и то, что она ему все прощает, его отсутствие, его желание заниматься там, политикой, драться с драконами, несмотря на все, она его любит. И ну, молодец, хорошо, глазки у нее хорошие, ручки теплые. Ну, будем ожидать тогда уже вот официальной премьеры, это 1 октября. 1 октября, состоится, да. Да, 1 октября, это открытие сезона, собственно да. говоря, ну и на следующий же день, буквально после премьеры, начинается фестиваль «Хумалуданс». Николай Антонович, и мы, конечно, будем еще в этой студии говорить о фестивале. Я сразу же проанонсирую, что 2 числа мы предполагаем, что в программе «Размова на тему» мы пообщаемся с Николаем Антоновичем и председателем жюри Василием Невуловым. Ну, даст Бог, не будем загадывать наперед, но, во всяком случае, мы ожидаем, что мы встретимся здесь. Будем говорить больше о фестивале, но, тем не менее, я думаю, не лишнее будет, если мы сегодня несколько слов скажем все-таки. Но вы знаете, я вам скажу, этого года. Да, относительно фестиваля, во-первых, вот самое большое достижение фестиваля в этом году, то, что он будет, то, что он состоится, это уже большой плюс. Почему? Я вам скажу, во многих городах фестивали такого плана, как у нас, отменились. Может быть, потому что они более емкие с точки зрения бюджета, потому что мы очень скромно тратим небольшие деньги, хотя приезжает очень много людей, очень много театров по рамках как бы возможностей наших. И, к примеру, в Одессе был такой фестиваль «Встречи в Одессе», и в прошлом году
они как бы понизили планку и приехали всего 3 или 4 театра к ним. Вот, если в прежние времена он проходил в течение 10 дней, было очень много гостей из-за рубежа, с далекого, с ближнего, то есть съезжались со всех концов, из Израиля, из Америки, приезжали из Латвии, Литвы, то есть со многих государств. Потом это все стало затихать, и в этом году они уже не проводили, потому что они лишены были всяческих средств. Мы, поскольку, и, к примеру, там в Кировограде возникли вопросы, и во многих городах возникают вопросы целесообразности проведения таких мероприятий. Ну, говорят, как же так, вот сегодня такие трудные времена, зачем нам тратить деньги на какой-то, что это такое, без этого можно обойтись? Ну, конечно, можно без этого обойтись. Ну, можно обойтись и без фестиваля, можно обойтись и без театра. Можно обойтись, по большому счету, без художественного музея можно обойтись. Можно обойтись без театра кукол. Можно обойтись без школ-то, можно обойтись пару лет, по большому счету. И без высших учебных заведений можно обойтись. Да и телевидение можно отключить, и газеты перестать выпускать. Да и книги можно перестать. Ну, мне, вот, в принципе... Николай Антонович... То есть дальше не надо, да? Не надо дальше, я боюсь, чтобы вас не восприняли серьезно. Нет, ну, это ирония. То есть можно без всего обойтись. А нужно ли это? Когда-то, опять-таки, по-моему, в этой же студии я говорил когда-то, что во время Второй мировой войны Черчилль, это премьер-министр Англии, рассматривал бюджет, годовой бюджет Англии и задал вопрос, а почему на культуру здесь очень мало денег? И ему ответили, ну, вы знаете, война идет, почему мы должны выделять много денег? По-моему, это вы говорили мне об этом в этой же студии когда-то. И он ответил, что а зачем тогда, за что тогда мы воюем, если у нас не будет если культуры. Если мы не тратим деньги на нет, культуру. Если мы не тратим деньги если на культуру. Нет на культуру, мы ее не развиваем. Да, то смысл в этом какой? Но, наверное, учитывая то, что мы очень скромно тратим деньги, небольшие суммы, в рамках развития культуры Николаевской области, в рамках программы развития культуры, есть вот такой фестиваль, и он финансируется и в этом году тоже. Вот, поэтому у нас будет 8 театров к нам приедет. Из зарубежья, далекого, близкого, гостей у нас не будет. Ну, действительно, ситуация не очень располагающая к пересечению границы, с приездом. Вот с Молдовой мы говорили, с Белоруссией. Ранее к нам приезжали из Кавказа театры, из Турции приезжали, из России приезжали, то есть вот как бы из Белоруссии. Вот. Сейчас, ну, есть такое сомнение, потому что директор, переезжая границу, несет ответственность за коллектив, и, наверное, они все решаются и говорят, что, ребята, подождем немножко, подождем чуть-чуть, будет более-менее спокойно, потом мы приедем. Но и в прошлом году, и в этом году, в прошлом году мы посвящали фестиваль юбилею Тараса Григорьевича Шевченко, и у нас все спектакли были связаны с тематикой или по произведениям Шевченко, или о нем. Вот. В этом году, в принципе, была такая идея сделать в рамках фестиваля научно-практическую конференцию «Щепкин-Шевченко». Вот. Но в связи с тем, что людей, которые занимаются наукой, у нас не так много, и уже поздно начали реализовывать. Скорее всего, что это мы будем уже на следующий год об этом говорить. Тема достаточно интересная, достаточно серьезная. Два неординарных, гениальных человека. Вот, и они, несмотря на какие-то моменты, которые противоречили этому, очень хорошо относились друг к другу, понимая, что творчество – это гораздо выше политики, даже выше
выше государства. Оно, в общем-то, вечное. В этом году к нам приедут, я могу, так сказать, озвучить, первый театр, который к нам приедет, это Донецкий академический ордена почета областной русский драматический театр. Они будут показывать Гоголя «Ночь перед Рождеством». Далее работает 3 числа Кировоградский, также академический украинский театр имени Крапивницкого. Они показывают современную комедию «Моей маме 100 років». Далее Одесский музыкально-драматический театр имени Василька «Место моего дитинства». Это спектакль по пьесе Голубенко, Сущенко и Хайта. Пьеса называется «Старые дома». Если кто-то помнит из старых театралов города Николаева, в нашем театре очень давно, думаю, лет эдак 30 назад, шел этот спектакль. Он так и назывался «Старые дома». Играли в нем Раиса Мороз, Сталина Лагошняк, Пасечник. И я, будучи молодым актером, тоже участвовал в этом спектакле. Такая добрая история о старых одесских дворах. Вот. Далее Криворожский академический театр драмы и музыкальной комедии. Они показывают спектакль по пьесе Анатолия Крыма «Завещание целомудренного бабника». Ну, это одна из версий, одно из прочтений истории Дон Жуана. Вот. Анатолий Крым – это наш украинский автор. Он очень, очень много пишет. Кстати, не очень много его ставят, но очень много пишет. Я, опять-таки, будучи молодым актером, играл в спектакле, который был поставлен по его, по-моему, первой пьесе. Спектакль назывался «Эпилог». Вот. Далее Днепропетровский драматический молодежный театр «Веем». Постоянный участник, очень мобильные ребята. Значит, доходное место «Островский». Далее Одесский академический русский театр. Наш неизменный член жюри Александр Евгеньевич Мардань. Он и драматург, и театровед, и театролюб. Вот, и бизнесмен. Нет, он режиссер, он еще до этого не добрался. Вот, значит, по его пьесе поставили спектакль «Лист ожиданий». Далее Нежинский театр, академический украинский театр имени Коцюбинского. Они привозят спектакль по пьесе Альда Николаи. Называется спектакль «Амор Кохано Итальяно». Мне очень интересно посмотреть этот спектакль, потому что эта пьеса идет в нашем театре, она идет под названием, которое есть у Альда Николаи, называется «Это была не пятая, а девятая любовь до гроба». Вот, и там достаточно сложное решение режиссерское, очень много мест действия, и как оно решается. И на сцене всего лишь два актера, вот, хотя, в общем-то, у нас гораздо больше, я не знаю, сколько у них. И я думаю, что тем зрителям, которые смотрели наш спектакль, будет достаточно интересно посмотреть, что же происходит. Но это для театралов, для эстетов, которые смотрят не только сюжет, а чем же закончится, будет свадьба или не будет. А те, которые идут в театр, предварительно прочитав пьесу. И далее. Ну, тут вынужденная ситуация. Мы уже до эфира говорили с Ингой Эдуардовной о том, будет ли наш театр принимать участие в конкурсной программе. И я сейчас говорю, что будет, в связи с тем, что... В принципе, не было особого желания, хотелось, чтобы наши зрители посмотрели больше приезжих театров, но
Вы знаете, у всех театров есть свои проблемы, свои вопросы, и не каждый может собраться и выехать на фестиваль. Поэтому один из театров, в данном случае это был Мукачевский театр, вот они не смогли, ну, далековато, наверное, надо потратить много денег, привести декорацию, привести актеров, вот, и они не смогли. И в связи с этим мы делаем подмену и ставим свой спектакль, в данном случае «Дракон», в конкурсную программу, и даже это уже интересно, и что же мы там получим, что же мы завоюем, лучшую роль молодая актриса получит, или лучшая режиссерская работа, или лучшая художественное оформление, да. Лучшее. То есть там много номинаций есть. Наверное, хочется что-то получить из этого. Вот такая программа нашего фестиваля. Я думаю, что о театре можно очень много говорить, очень много рассказывать. И даже, может быть, интересно рассказывать. Но театр надо смотреть. И тогда человек получает полную картину тех эмоций, которые должны передаваться со сцены в зрительный зал. Я дякую вам. Справа в тому, що ми, на жаль, вичерпали час сьогоднішньої зустрічі. Але я нагадаю, що ми зустрінемося за кілька днів. В цій студії будемо говорити вже більше про фестиваль, докладніше, і про колективи, які в ньому братимуть участь, і про журі фестивалю, на чолі якого Василь Наволов, миколаївці і шанувальники цього фестивалю, театру. Добре, його знають. Отже, Микола Антонович, ми в очікуванні. В очікуванні свята, в очікуванні фестивалю, в очікуванні несподіваних, приємних і надзвичайно цікавих зустрічей. Я надію, що ми не обманемо ваші очікування. Я надію, що ви і наші зрителі, і ви получите наслаждення від того события, яке буде відбуватися, яке називається фестиваль Homo Ludens. Дякую вам ще раз. Дякую і вам, що були разом з нами. Зустрінемося не тільки в нашому ефірі, а й в театрі також. Хай щастить. Побачимось. Thank you.